Три музыкальных инструмента, похожие на человеческий голос. Когда я училась в музыкальном училище, мой педагог по вокалу говорила мне о том, что нужно много слушать скрипки. А я такая: что? И действительно, скрипка очень похожа на человеческий голос. Единственная поправочка – все зависит от того, какой тип голоса. Мой любимый виолончель. Мне кажется, это единственный струнный инструмент, который я просто обожаю. Он такой бархатистый, красивый. Куда без духовых? А вы как считаете?